Или что там у тебя? СУ-152, блядь. Где? А, минус ствол, без гусли стоит. Ну, я сразу на подкалибре перехожу. Нет, не без гусли, все, минус гусля. Еду к нему. Видишь, ты? Вижу. Веришь в себя? Верю. Давай, пошел. А, он далеко там, за Б, да? Нет, понял. Нет, прям на горе стоит. Прям на горе перед тобой стоит. Угу. Не вижу его. Вот он, крюк. Ну вот он, блядь, крюк. А, слева, что ли, где-то? Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Блядь, Крюга, вот он стоит. Крюга, на горе. Где? На какой? Блядь, на горе. Вот я по нему стреляю. Вот. Здесь-то вот. Я его не видел. Это а вот ты как... где, Крюга? Блядь, ну, слева потому что такая дрочи. Вот его 85. А, механик-двигатель. А, он все, отлично. А я ехал, Круга, потому что еще в ущелье, как бы ты говоришь, на горе. На какой горе? Я же не вижу ее. Да я метку ставлю, он разведан, его ебется команда, и ты его не видишь. Естественно, как крыса сейчас, блядь, все очки за захват. Разумеется, ну как ты думаешь? Сейчас же сдохнет при встрече с первым же врагом. Да, да, и возьму самолет и буду фармить. Ой, дебил. Кончалыга. Да, так ты видел мою мотолыгу? На ней же прям написано. Интересно, я до филда дотяну? Гидь, вот той разложенной залупи желтого цвета надо стрелять в башню, ломать пушку, если можно. У меня снаряд не развелся. Это КВ или ИС, не знаю, меня, короче, всего расстреляют. Это весь в кустах, это КВ, и ему надо... КВ, да. Я не смог ему пушку попасть. Вау, что происходит? Я, короче, по песку просто еду до чё филда. Что еще с советским танком? Под пушку. С советским танком пушку не стреляй. Почему? Потому что она не ломается. Надо потому в кончик это, блядь, пушки советские попасть. Советские нормативы, которые позволяют стрелять даже и отсутствующим стволом, блядь. Просто кстати, молотом бьешь, блядь, недавно... по снаряду, и вот там, блядь, Господь поможет. Блядь, не дотянул до филда чуть-чуть. Кого? Ну там есть такая игрушка за короля называется. А. Она в коопе отлично играется. А ты кто? Шкаф. Мы много раз предлагали, но что-то никто так не собрался. Ой, блядь, сука, стоит союзник и такой вообще... Ху-хуй! Что с ним происходит? Чё? Враги его ебут! Да господи! Будь еще один танк возьмем. Боже. Ну, смотри, чушник на бочать. Вот, блядь, посмотри, стоит. Вот это поворот. А ты хорош, Гидя. Да, я дал что-то не по подумал, жопе что... зенитки, да. Да, надо было, наверное, еще в турту опустить. Я что-то вообще затупился. Я думал, там сейчас... У меня просто всегда ощущение, что с БМПхи кумуль, он сейчас бахнет. Он не бахает. Он не бахает. У БМПхи очень ублюдский кумуль. Я он, поэтому он не играю вообще на БМП. Как и твои победы. Неправильные стоят снаряды. А что, это здесь неправильные? 365 стоят. Мужики, мужики, хорош, хорош. Хорош, слишком танки начались. Я КД, даже при желании. Финтрагер сюда пырится. Откуда? Сука, я без ствола, теперь мне помоги. А я не вижу его, там горит из-за того, что... Чини меня, так, почини слепую. Меня. Чиним. Я КД. Мы, короче, на брудершафт сейчас будем друг друга чинить. Да, и да, не хочешь да. С нами? Пантера, пантера, пантера еще. Блядь, опять из ствола, крюк. У тебя опять забрали твою палку. Блядь! Смотри, три благодарности уже тебе. Там пантера. Короче, вот здесь фамитрагер выезжает. Я КД. Ну, не пробил пантеру, снаряд разрушился об нее. А, нет, это не слева, это за стелла его фитрагер. Вообще... Я танк уничтожил. Не-не, там еще есть. Боже мой, да всем насрать! Вот ее просто это. Я выстрелил в русский танк, она попала и убила его. Да ладно. Гидь, не придумывай. У вас такое ни, было ни, вообще? Никто не поверит тебе. Ну ладно, не буду соврать. Думал, крутым покажусь. Что такое? Хинтай? Да я бочку догнал и да, и сделал с ней хентай. Я же не японца. Ладно, неплохо. Надеюсь, она догорит.
На китайца, неважно. О, 9990 монет. Один хуй, да, узкоглазый? Один хуй, да. Расизм мне. Ай, те желтые узкоглазые, да. Ну что, опять на американцев, что ли, средних рангов? Или что-то другое еще пробуем? Да, вот это самое отстойное было, подсосники ебучие. Левша меня, завалил, все нормально. Я левшу начал бить, ку-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 ку, не бей, не-не-не, ку-ку-ку-ку-ку, все нормально. Мы, петушки-танкисты, должны держаться вместе. Не туда ты зашел, петушок. И Гидя, тоже подсосник. Предал, дружбу, просто охуеть. Где пазик четвертый? Вот сейчас на нем метку дам. Бля, вижу. Нет, нет, внизу, 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 вот он. А пантеру не вижу. Все, забей. Пазик вижу, поджог, еду к пазику. Поджог его. О, бля, я горю! Главное мне дирижабль-то сраный не разбиться. Еду к пазику. А пантера... Бля, ёбаный ты в рот. Не вижу. А где пазик? Я его потерял. А где он? Понятно. Уходим отсюда. Кто куда? А я по стёбам. Так. Все, минус. Так, он еще пантера есть. Перед нами. Не пробил. Она немножко в ахере, меня не пробила. Попадание. Казённик сломал ей. Что там такое? Четверка. Попадание, гусеница. А все нахуй, три четверка, она это ничего не сделает. Пантера на казённике, если что, но сейчас починится. Критические повреждения, минус 2 и приводы башни. Не пробил башни. Треугольник. Цель не была повреждена. А как пробивать? Критические. Не пробил в комбашенку, ну в борта ее просто, да и все. Вот видишь, надо ставить выполнимые цели. Хочу поджечь, поджег. Дальше главное особое. О, КВшка еще стоит. Ой, там сушка, осторожно, осторожно, так, в сиську. Не пробил. Так это что, я труп. Не труп, сломайте, не рамбуй, сильно рамбуешь. Сломал пушку сушки. Не-не-не, в оранжевый выбил, не добил. Все, сушка нормально, сушка все. Три четверку слева надо въебать. Три бомбы? Четверка минус. Ой-ой-ой-ой-ой. Там еще сушка. А, КВшку надо допиздить. Как сушку пробивать? И сушку, а все. Я в мехву одну убрал. Минус КВ. В люк прям стреляй. Не попадаю. Чуть-чуть ниже люка. Наводчика и казённик убил вот этой, который всё, рядом с нами. Минус. Так, а вот эта хуйня что? Гуслю. Она переломанная вот эта, всё, вся. Заходи, я не знаю, заходи, куда пробивать. Заходи. А, это в кустах. И, блядь, я думал, вы про дальнюю говорили. Всё, сори тогда. Слева. Ещё одна реснулась, сушка. Да-да-да, ты крюк один. Я понял. Тоже без ствола. Чините тогда друг друга, я их подержу сколько смогу. Он меня целит, мне нормально, у меня пулемет. Все нормально, Угиди, все нормально. Все, Угиди. Захожу с другой стороны, разворачиваю. Зенитка, все. Надо жирно ствольных забирать. Ну, КВшку сначала, значит. Минус КВ. А, это Исан был, неважно. Сушка. Отлично. А, как мы их забираем, сука! Богоподобный, блядь! А, там Су-152, осторожно. Су-152 КД. Не пробил, это и сухо, видимо. Нормально не прошивается. 85-ка. Мне тоже не пробивается. Я без ствола, мне поломали. Сори, его. Крюга, блядь. Моя ошибка. Я думал, что ты его убьешь. Убил крюк. Там этот ствол сломал, короче, я сам себе. Наводчик сломал Оствинду, который слева. Я на гусле. Блять, Су-100 Y я не увидел. 14 фрагов. Я не пробиваю просто эти сушки вообще никак. Очко ебать, там просто в стратосферу, блядь. Это лучшее применение джампа, что я видел. Вот, Гиди, я тебе про это и говорил, почему я на нем играю. А ты это можешь так же даже Сталинову это делать. Просто оглянись, сколько здесь трупов. Минус. Да, это вообще люто.